где? Ну почему мой фильтр не работает? Черт! Черт! Я не могу без фильтра. Похрапываешь. Так нечестно. Тогда косочку. Ой, прыщи не спалили. Привет. С наступающим Новым годом. Эти прыщи с моей рожи пройдут. Уже не могу, никогда не было. Почему под старый свет меня обсыпало просто как подростка? Я понять не могу. 30 годам. Как так? Ушла с проекта. Конечно, я уже давно ушла. Вы что? Я ушла от всех. Я ушла от всех и отовсюду. Краснодар, Москва. Ой, а что это вы так про проект спросили? Я только Дом 2 смотрела, листала в ленте. И тут сразу начали. Да, ушла давно. Это не мое место. Не мое. Мне нужно движение, мне нужна свобода, мне нужна реализация всех моих идей, планов. Секса не хватает. Нормально. Проживем. У меня было как-то 6 месяцев. Посмотрим, рекорд побью или нет. Новый год буду отмечать в Дубае. Руслана уже забыла. Вы что, мои сторисы не смотрите? Забыла, что ли? Ладно, давай, не просто. А в Дубае я купил билет в один конец. Поэтому не знаю, как захочу, так полечу обратно. Я птица вольная, поэтому как-то так. Да, Лока? Hello! Какая зайка в Баварию. Ну, в Баварию, ну, может быть. Пошел на черту. Польвочку. Это знак того, что я всегда буду жить в тепле. Как думаешь, Настя, надолго? До 2 лет. Я думаю, будет предложение, а потом начнутся проблемы. И не расстанутся. Год-полтора. Средний год. Нас задержали рейс. Вот. 12 ночи будем в небесах. Где платье на свадьбу покупаю? А топ у меня вообще дешевый. Покупала я его на рынке за вообще за копейки. А платье я, а юбку я шила по бартеру. Со скидками, ну тоже недорого. Он уже форму потерял без тебя. Да он не только форму потерял, он потерял машину, он потерял форму, он потерял 2 бизнеса. Поэтому много чего потерял. Уже в Дубае. Нет, мы только в Москву. У нас перелет через Москву. Завтра будем в Москве весь день, и ночью вылетаем в Дубай. Хорошо, полет, спасибо. Толик Липук. Да давайте не про только его смотрим. Я думаю, Настя уйдет к Кудряшову, не будет никакого продолжения. Ну, Кудряшову, не знаю. За нее ничего не знаю. Ты говоришь, все возвращается. Тебе не кажется, что сейчас тебе возвращаются твои поступки? Нет, у меня через боль, через предательство идут взлеты. Это циклично, это неудивительно, когда я подхожу к определенному этапу, с которого я должна взлететь. Человек, который был со мной, совершает поступки, после которых мы расстаемся. Это было с мужем первым, а это было с женихом, и это случилось с Русланом. Ну, вот такая у меня кармическая история, после которой я расту. Расту. Ну, сейчас я тоже расту очень много
проектов, которые бы не были, если бы не случился этот этап. Как же вы